Помните фильм «Плохая училка» с Кэмерон Диаз? Так вот, найден ее прототип в реальной жизни. Только в отличие от кино, учительницу не повысили, а уволили с формулировкой «развратные танцы» прям во время уроков. Сибели Феррейра – учительница английского из Бразилии. Она преподавала язык по всему миру, а полгода назад начала танцевать с учениками и выкладывать ролики в ТикТок. Ролики с танцами залетали, как горячие пирожки. За полгода Феррейра набрала почти 10 миллионов подписчиков. Но недавно на нее все-таки нажаловались. Родителям учеников не понравилось, что учительница использует их детей. А еще их возмутило, что Сибели публикует и такой контент. На днях учительницу уволили. Но Сибели себя виноватой не считает. Она говорит, что просто пыталась сделать так, чтобы ученикам было интересно. И что благодаря танцам у нее была всегда 100% посещаемость. Новый хит das amigas, agora vou te mostrar. É a Kisha que faz o reverse. É a Luna que vem pra jogar. Shabuya! 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 Shabuya!